Дайджест недвижимости. О проблемных домах Кировской области стало известно федеральным ведомствам. Список домов для переселенцев, которые принимать нельзя, передали в фонд ЖКХ. Сейчас на контроле организации находится 780 домов в 67 регионах страны. Теперь в этом списке есть и дома Кировской области. Это объекты в Ленгасово, поселке Торфяном и деревне Малый Каныб. Люди не хотят переезжать в эти дома по разным причинам. Где-то неблагоустроена придомовая территория и плохое качество питьевой воды. Есть адреса, где в квартирах полностью отсутствует санузел и вентиляция, а кухня не имеет естественного освещения. Жилье с подобными нарушениями комиссии принимать не должны, сообщает Центр общественного контроля ЖКХ. Дайджест недвижимости. АИЖК начнет напрямую выдавать займы покупателям новостроек. Пока пилотный проект запущен совместно с крупными федеральными застройщиками. Они будут консультировать клиента по вопросам получения займа, организовывать и проводить сделку с ним, а также принимать и направлять от него документы в агентство. Решение же о выдаче займа будет принимать АИЖК. Средства застройщикам, как продавцам недвижимости, будут поступать напрямую из агентства. Технология упростит для участников рынка сотрудничество с АИЖК, позволяя в короткие сроки начать выдачу ипотечных займов. Для граждан процедура также упрощается. Заем можно получить непосредственно в офисе застройщика. Дайджест недвижимости. А теперь новости от наших партнеров. Ипотечная корпорация вводит собственные ипотечные продукты с крайне привлекательными процентными ставками. Особые условия ждут работников бюджетной сферы и молодежи в возрасте до 35 лет. Кроме того, участники программы «Жилье для российской семьи» могут оформить ипотечный займ по ставкам ниже рыночных. Полные условия предоставления займов, а также бесплатную консультацию можно получить по телефону 25 10 10 и по адресу Ленина, 92. Ипотека предоставляется акционерным обществом «КРИК». Дайджест недвижимости. Средняя стоимость коттеджа в Кирове составляет 6 миллионов рублей. Загородные дома продаются в среднем за 1 миллион 800 тысяч, дачи за 518 тысяч. Что касается земли под индивидуальное строительство, то тут средняя цена 32 800 рублей за сотку. На этом все. В студии работала Дарья Топузлиева. Дайджест недвижимости.